Ну что ж, продолжим нашу эпопею. Так. Infirmary, got it. But somebody better come up with an actual plan. Этот пункт. Прекрасно. Так, действие. Так, ваш текущий персонаж стабилизирует выбор и другого персонажа и тип Т. План. Так, давай, мужик, я тебя. Я это выберу. Так. Положение рекорд. 100-100. Конечно, все интересно. You know how to cure this, right, Doc? Please. This isn't as good as having the actual cure, but I should be able to keep her blood plague from getting worse for a while. That is, if we can keep our supply of meds from running out. That's bullshit! Relax, man. Nobody's dying today, right, Doc? Not as long as we can find more plague samples and make the cure. The ones you found in my lab are good, but we need more. Well, shit, we can do that. I saw a good place to hunt for them on our way into town. В итоге я выбрал стул. А вот столько использовать. Значит, мы можем потом, может, еще одну убрать. Он здесь вообще. Так, здоровье, сон, кровати. Карта. Ну, относительно нормальная такая. Здесь еще средник. Вышка мобильная связи, водонапорная база. Песенка. Так, управлять хранилищем. Так, рассортировать патроны. Так, заправить конец. Так, статус базы. Так, ага, надо забрать материалы на детали. Так, а что за материалы? Получены детали 15. Материал 1. Улучшение. Прекрасно. Трудненько так. Здесь у нас что? Шкаф есть. Вау. Так, сколько петард. Мощная самодельная граната. Это у нас что насчет?
You know how to cure this, right, Doc? Please. This isn't as good as having the actual cure, but I should be able to keep her blood plague from getting worse for a while. That is, if we can keep our supply of meds from running out. That's bullshit. Relax, man. Nobody's dying today, right, Doc? Not as long as we can find more plague samples and make the cure. The ones you found in my lab are good, but we need more. It could be worthwhile to climb up and get a better look around. All right, I should look around. Motherfucker's gone, cause they know who's here. Ого, кроватка, слушай, неплохая вышка, я тебе скажу. Все-таки от комаров, ё. Говоря, сейчас спустимся и научимся по лестнице. Так, лесенка. Пробел, значит. А, откройте карту, изучите все значки, чтобы понять, как вас можно там найти. Check the trunk for a toolkit. Какая машина, ну, мне нравится. Можно как-нибудь здесь капот посмотреть, багажник. Уже тут приехали, послушай, у нас целая машина. Преодолеть препятствия. Машина — это препятствие. Бегаем мы, что? Ну, смотреть нельзя. Немножко, честно говоря, печально. Might as well unload some of this shit now. В общем, прикол. Пакет. И пакет у нас. Так, ну, давай-ка я это сюда закину. Правила лагеря. Принципы тоже выложим. Ребента с тобой там. Окей, let's pop the hood and get to work. Хорошо, кто на ней катался? Тут машина станет новой, что ли? Exactly factory new, but it'll get the job done. Можно мне так в жизни, блин, взял, залез с инструментами. Так, стоп. Okay, gassing up the SUV now. We gotta scavenge more fuel if we want to keep it that way. I should go out for a quick drive, just to make sure the repair job worked. Меньше груза вы несете, тем больше на бизнес. Не, ровно наоборот, ну давай. Так, открыть кузов. Давай-ка где-нибудь посмотрим, куда это можно все положить. У меня склад-то есть? Двери здесь можно закрыть. Sometimes I forget where I am and wonder what's on TV. Так, ладно. У нас есть онлайн управление ванной. Так, на команду стоимость 12-2 человека. Стоп, 3-2. А, войско сердце тоже. No, I'm fine, really. Just vomiting blood. Nothing to see here. I gotta say, this is not how I thought I'd go out.
No, I'm fine, really. Just vomiting blood. Nothing to see here. Ладно, да он еще. Ладно, если кто-нибудь что-нибудь другое, к примеру, действие. Передача скорости, именно персонажи. Решение. Так, у меня есть вообще. Да, хоть шмотки могут. Is it safe to have a person that's sick staying inside our walls? Или это и есть? А, общий шкаф для припасов. О. Так. Сразу закидываем. Вещь мне, пожалуй, оставлю. Правая отвертка. Оно бесконечно. Давай прокатимся. Сколько у меня там попроще? Как тут определяется, сколько времени? Можно, блин, вопрос такой. Так, для начала. Патроны возьмем. Бомба. Разец чумы. Сколько питал. Чашка кофе. Ладно. No way. Отъелился. Поехал. Блин, ехал на целой машине. Okay, it's working fine. That's a relief. I'd hate to be stuck walking all the time. Driving is faster, safer, and lets me bring back a hell of a lot more supplies. Так, зомби, я тут права получил. Mad stuff in here. These are goods. Ремонт машины здесь упрощен просто не, да нельзя. Хорошо. Так. Так, аванпост с едой. Запас еды. Полтора в день позволяет. И будет чего? Я понял, значит, здесь можно захватывать. Как это интересно. Не, письма побольше. Оп, ты ж ё-моё. Что ж с машиной там случилось? Не, ну природа здесь относительно красиво, правда,
как серый фильтр твой. Не очень-то он впечатляет. Locked up. No, no muertos around. Here they come. Got no room for that. Правда, интересно другое, почему в машине багажник такой, блин, маленький? Да, ну топливо заправить попробуем сразу. Да ладно, ну ячейку топлива оставлю. If I let that screamer see me, I'm gonna have company. Так, еще бензинчик. А это? Que muertos? Bring the party. Лучше не шуметь. Это у меня и оружие толком не было. Нет, что за хрень, набор для бабочек. Погоди-ка, реально? Так, болты давай-ка я к себе заберу. Ну, не знаю, писали то, что здесь лица персонажей ужас. Так, мне едва не. Нет, ни шаг не увеличил. А жаль. It's too much, man. Погоди-ка. То я тоже могу выкладывать. Там прикол, конечно. О, харда,
а чё, нормально, прикольно. Вот здесь зомби, да, опасно, конечно. Так. Эта проблема, конечно, есть вторая. Когда я зайти за еду, что я могу сделать? Не будем шуметь. А, ты чё издеваешься? В канистре он там копался. Знаете, вот не знает, он копается в канистре, там, может, и по звуку можно определить, есть чё. Даже тут толку зомбиков маленький, но все ж таки интересно. Так, мне все равно надо будет ехать потом обратно на базу. Нет, как выносливости. Так, ладно, дай-ка я посмотрю. Открыть. Got no room for that. Брать надо тут самое толстыми лучше не связываться. Есть неплохая. I don't suppose you have some cure in your pocket there. Adiós. Дайте вам тост.
We need more days like these. Просто меняю различные вещмешки, да? А что, вещмешка получше нет? Да, где видели чумных зомби.